В очередных сериях мы узнаем о том, как Локтев находится в больнице. Инсценировка с его смертью была придумана, чтобы полковник его не убил, но теперь опасность угрожает Дане. Тихомиров обещает ее убить, если она не вернет ему проданный акробату салона красоты. Некрасов выясняет, что убийство Ряжского заказал Митрофанов, однако Митрофанов уверен в крепости своих позиций, ведь скоро место губернатора Питера займет его человек. У кочевника менты похищают брата Пашу. Кочевник уверен, что за этим стоит Тихомиров и берет его в заложники. Помочь Тихомирову приезжает Расторгуев. Каплевич угрожает убить Тихомирова, если тот не аннулирует долг Даны. Расторгуев ловит Шурманова на получение крупной взятки. Митрофанов, узнав об этом, объявляет Расторгуеву войну. Митрофанов в Москве встречается с Калиниченко, давним врагом Расторгуева, и просит помощи. Тот организовывает служебную проверку работы Расторгуева, по результатам которого шефа увольняют из угрозыска. Вместо него теперь будет Некрасов. Киллер по кличке Полковник похищает Дану и требует, чтобы Каплевич убил Расторгуева, иначе он убьет девушку.